Добрый день. Поскольку я прислала несколько стихотворений, я, наверное, прочитаю два, потому что у меня мега короткие стихи. Вот. И пока я ищу текст, я хочу поздравить всех с прекрасным фестивалем и с тем, что Дождик не пришел к нам в гости. Первое. Это путешествие. Тут не только Купчино. По дороге к Сенной кусты подстрижены зиккуратами. Я шагаю к метро с развязанными шнурками, не спотыкаясь, ибо хранят меня бодхисаттвы. Нахожу останки колоды и беру только Джокер из-за личного сходства. Чтиво газетный номер с датой невстречи, а далее через Купчино в стеклах автобуса тетриса новостроек. Это вот эти. Если бы тело мое обитало бы вместе с волей, в пентаграмме цветущей, зрачки ветров, путь пешком сократив, то идея платоновской вещь себе увенчала бы чашу пяти углов. Так что весь город. А второе тоже про автобусы, потому что автобусы наши друзья. Это про остановку 176-го автобуса напротив метро, о котором вы все знаете. Запах клевера на окраинной остановке. Август, за полночь. Гастарбайтеры да подростки спорят, придет ли последний автобус. Дура скидывается в тридорога на такси. Я гадаю по самолетам, подобно, как по птицам пытался компеодор. К неудаче из Пулково, к удаче в Санкт-Петербург. Пригородный автобус минует аэропорт, отделенный полями пустыни от Купчино. И чем ниже летят самолеты, масштабнее новшества. Чем их больше, тем фактов добрых числом. Золотая клетка оазиса, пальмы прошлые, Аладдинова лампа, слияние пяти дорог. И здесь как что такое слияние, поэтому это счастливое волшебное место. Вот. Алла, спасибо большое, Алла Зиневич. Алла, вам такой вот приз от нашего фестиваля. Сладкий приз, чтобы жизнь была вкуснее. А я вам прошу следующего поэта подняться на сцену. Алла, спасибо большое. Спасибо. Следующий поэт.